с вами Робот Инкинг, и сегодня поиграем в игру под названием Tower Heroes, и со мной мои подписчики. Привет! Алло. Привет! Привет! В этот раз Нубик не начал говорить за мной. То есть, ладно, все хорошо, ура, наконец-то. Начало самое хорошее. Tower Heroes вышло 2 дня назад обновление. Крутое! И этого хватит на 6 часов, чтобы проходить каждую карту по 100 попыткам. Это самое лучшее, что есть в Tower Heroes, когда выходит обновление. 1 000 000 раз перепроходить крутые карты. Мы начнем с кладбища. Ну, и возможно в следующем видео мы... А мы и не будем, наверное, следующее видео записывать. Надеюсь. Не? Не? Или хотите? Сколько будет лайков, столько и будет видео по Tower Heroes. 2 лайка, 1 видео. Если будет 10-2 миллиона лайков, то я запишу столько же видео, сколько и нужно. Ладно. Тут все так вот под хэллоуинскому сделано. Есть какие-то граффити непонятные. Все такое. Ну, это, конечно, прикольно, да. Ладно, давайте начнем. А кого мне, кстати, взять? У меня вроде... Тут всё... скелет плохой. И хорошие бивопы и ученые. Ну ладно. Ладно, Нубик. Биву? Можешь заменить спектра и баллон. У нас он не уже есть. Стойте. Так. Баллончик нам не нужен, окей. Спектр еще можно. Спектр... Майтейк нужно? Да, спектр. Майтейк, да, возьми на спектр. Все, возьму. Давайте начнем. Let's go. Сейчас будем проходить медиум, да? Хоть медиум, хоть хард, сам выбирай. Медиум, медиум. Я изи проходил. Изи не такой уж и сложный. Ага, блин, мы там с какими-то рандомами на 29 хп остались. Это было как-то тупо. Да, сейчас будет... Хп прошли. Вот это тупо. Так. Карту создавал Хио. Это точно кто это такой? Хилох. Может, это Хилох? Это Хилох. Почему он тогда забыл поставить ЛЛ? У него там 2 И. Вообще-то это создатель Tower Heroes. Вообще-то я знаю. Я там написано Хилох. Хилох. Может, он поменял себе ник? Хилох теперь он. Или это какой-то другой создатель? Я не знаю, давай посмотрим. Вот сейчас как... посмотрим. А, вот да, как это... выглядит мимик с этой карты. Хилох. Какой-то Хилох. Прикиньте. Это другой какой-то. Есть Хилох, а есть да, Хилох. Или, возможно, он реально поменял ник себе. И, возможно, это Хилох, но я не знаю. Потому что он скин еще поменял. Возможно, это реально какой-то другой чел. Давайте. Еще поставлю здесь вот ученую. Вот здесь она будет. Хочу громче звук. Баллона. Дамстер. Ну, Нубик Дамстер. Да. Сейчас мои тег сюда поставлю. Сейчас будет всех наносить урон. Я тебе скину ман, да. Наконец-то. Хой, конфетный. Конфетный дамстер. Ух, я тоже хочу его. У меня нет нормальных скинов на дамстера. Не, ну есть. Будем за. Но этот красивый. У него радужный эффект еще. Да, это топовый скин. Мне кажется, этот один Биба не справится. Возможно, это я справится. Поставил. Ладно. Вот я как понимаю, вот это вот главный босс, да, тут на харде? Вот это вот страшное дерево да. Большое. Понятненько. Ну да. Кстати, тут такая музыка прям слабая. Вы, кстати, заметили, что вчера вышло много обновлений в один день. И еще Tower Heroes в пятницу вышло. То есть это вообще были какие-то крутые дни, вот эти 2. Так что ладно. Сейчас буду ставить котиков. Котики. 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 У меня они... Сенсей. Китайские такие. Китайские котики. 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 Блин, мне почему такое горло? Мне кажется, или твои бибы 1 уровня не справятся с призраками? Дамстер рады, мы уже качать. Мы проиграли, кстати. Да, мы точно проиграли. Ему...
Проиграли. Алло. Там идет жесткие мобы. Вы о чем? Это все этот нубик. Он ничего не умеет. Лучше бы я дамстером использовался. Плохой нубик. Алло, нубик. Ты меня слышишь? Я тут. Нет, ты мертвый. Чё ты не разговариваешь-то? Я все слышал. Я все слышал. Ничего ты не слышу. Схилетик. Ну, у нас есть какой-то сейчас. А нет. Oh no. Нет. Вот это вот хорошо, что я прокачал ученую. Вы пока можете зайти в мой Дискорд и подписаться на мой канал. Пока мы тут проходим, наверное, сложный уровень. Я не знаю. Не сложная вроде карта. Легкая карта. Ой-ой-ой! Нет! Ага, все, хрен ему, я его убил. Нам жопа. Миллиметраж. Угу. Блин, вы угораете, да, сейчас? Мне придется все тратить ману, чтобы я нормально защитил. Для чего вы нужны? Я не понимаю. А, вы тоже фармитесь. Ну ладно, жалко. У нас тут две мейтейки сейчас защищают. Не, у нас пока хорошая защита. Вообще-то два дамстера. Два дамстера нас защищают. А, ну да, хорошо. Ну ты зря их, конечно, рядом так поставил, они так ничего не нанесут. Ух, какой жуткий. Жуткий. Жуткий монстр. Смотри, какой темный. Не, он реально жуткий, у него еще хп много. Это изначально был смайлик. Это ну, его да. Вторая фаза. Я понял. Вот, блин, я не заметил своих котов и не прокачал их. Ладно. Придется мой тег прокачивать. Теперь у нас есть нормальная защита. Ё-моё, он будет 10 лет идти как босс. Ну, ё-моё. Ты можешь побыстрее? Ты страшный аниматроник. Аниматроник с такими глазами, блин. Ох. Я четвертый. Его убью, чем он дойдет. Он с обскуки умрет быстрее, чем дойдет. То есть на первой фазе он такой, я прыгаю. А во второй он такой медленный и скучный. Он умер со скуки уже. Ну ладненько. Они даже все не доходят. Некоторые. Можешь подойти сюда, пожалуйста, там? Ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. Алло, пошли вот эти жесткие мобы. Вот эти вот, с 500 хп-ми. Где они? Они еще быстрые. Инк, можешь подойти, пожалуйста? Идем за мной, Инк. Где? Давай. Показывай. Вот сюда ученых ставить. Они так всю карту достанут, если будут баллоны. Да? Ладно. У меня баллон. Ща. Такая ставьте для игроков, которые раз будут играть на этой карте. Все, я прокачал всех своих котов. Ща надо прокачать мейтейк, а потом уже будем все развлекаться. А, у нас там ученые, так что ладно. Все изи пока что. О, это новый скин? За что? За что скин такой? Да. Баллон на этой карте. А, ладно. Получим тебе его сегодня. Но у меня есть получше скины.
Я не знаю. На баллонах получше нет, зато. Ну все, значит, сейчас буду сюда ставить своих ученых. Ученки, ученки. А куда баллонов ставить? Ой, вот этих копченки. Вот. Ученки. Куда ставить этих бибовщиков? Ну, бибовщиков. Я сейчас 10 тысяч кину на, ну, даже не 10, 6 тысяч на баллона. Лучше 10. Ой, какой прикольный. Ой, какой прикольный котик. 5500. Это призрак-котик, да? Не похож. 5 тысяч там скинул, сейчас прилетит еще 5. О-о-о-о, какой... Не, ладно, все, я считаю, это красивый скин. Я даже не знал последнюю фазу. Все. Это лучший скин на баллончик. Такой красивый. Это да. Я уже тут дамстеров прокачал. Это же Роберт! Это Роберт был. Да. Я не пойму, почему, когда на большие карты делают скины так себе, на карты с маленьким уровнем ловить самые топовые скины. Офигеть, у них 4 эффекта, они точно не выживут. Моя цель — фармиться. Да, кстати, у них на всю карту. На всю карту прям. Ну не на всю, конечно, карту, но на большую часть карт. Ну, а да. Лучше с трех сторон, так что лучше тут ставить. Я уже почти всех прокачал. Так. А, ой, еще один у меня тут. Ой. Пора ставить Бибопо. А куда Бибопо ставить? Сюда, в центре? Он тоже будет всю карту так вот облетать? Да, вокруг дерева. Ну, вообще круто. Так, всю карту. Блин, а прикольно. Ну тут можно будет уже кайфовать, потому что они быстро убьют их. Быстрый призрак. Вот дерево обставляем. Роберт какой. Дерево обставили, хватит нам. А кто это все обставил? А, это Серега, ну ладно. Это я. И я. Мы вдвоем. А, ой, да, я еще на других не смотрел, ну ладно. А я куда буду ставить, вы чё? Ой, что тут проходил? Да, они всю карту облетают. Я тоже подставлю сюда, наверное. Сейчас. Секунду, когда баллона. Ну, вот тут, например. Я сюда еще, наверное, спектр поставлю. Ой, блин. Спектр надо. Куда-нибудь. Уберите одного вот этого. А хотя стопы. Туда поставь. Туда может вот этот дойти, я не знаю. Вот этот спектр еще есть. Он дойдет? Мне кажется, дойдет. Да, можно поставить спектр. Ладно, сюда поставлю, ладно. Все. О, какой хорошенький. Качаю баллон. Все, я качаю спектр на максимум своего, ладно? Ой, стой. Стой, я сейчас прокачаю всех бибиков, которые у меня на твоей зоне. Они же у меня тут тоже есть. Все, можешь прокачивать. Электрический призрак летит. Ой! Во, какие красивые они тут все. Хотя, ладно, я... Ману, плиз тогда. Не, мне нравятся тут мобы, они такие красивые все тут. Все, максимально вылейвало. И некоторые взятые мобы из игры Poltergeist Perception. Да ладно, я не догадался. Это я для подписчиков твоих. А, ладно. Они ж не знают, наверное, или знают. Да мало кто знает про это. Давай быстрее. О, все. Я всех поставил. Мне вот этого еще можно поставить здесь. Одного маленького бесполезного. Все. Все. Кайфуем. Так. Ну да. Все, я всех прокачал вроде. А, еще мои тейки у меня тут остались. Ну, я не знаю, прокачусь их или нет. Если босс дойдет на их сторону, он тоже нанесется дополнительный урон.
Даже не знаю. Да, ладно, ставлю. Кажется, это уже победа 100%. Да. Кстати, тебе, Серега, наверное, очень плохо слышно на видео. У тебя там иногда микрофон... О, кстати, вот этот вот Bad Boy, это же который был... А, ладно. Ну, короче, Bad Boy. Летучий мальчик. Угу. В свитере еще таком был. Смерть такой прикольный персонаж. Все. Или Small Batman. Все, прокачивай спектры. Все. Во, опять Серега не слышно. Плохо. Очень плохо. Я всё. Молчу. Вообще тут уберу всякие штуки. Так-то лучше слышно. Как считаете, нам может выпасть мимик на этой карте сейчас? Нет. На, фиг тебе, выпадет он. Реально. О, смотрите, кстати, новый моб. Это гигантская паучиха. Это какой-то вагоночный Роберт был. Я как думаю, тут Роберт самый быстрый моб тут, да? Это да. Сейчас будет босс скоро. Ну, типа того. Да-да-да, он быстрее даже паучихи. А, нет, электрический призрак, электрический призрак самый быстрый тут, да. Электрический призрак, он быстро дошел до суда. А вот, кстати, гигантский тут... Гигантский призрак идет. Тут Роберт живой, вагоночный. Но он вряд ли выживет. Я сдох. Пью! И за секунду его снесли. О, боже, орда каких-то страшных летучих голов. Сейчас будет босс. Ледяной призрак. Вау. Сейчас буду фоткать. На видео. Оооо. 120 тысяч хп, но это мало. Это очень мало. Все. Хе, как готово. Стоп, это же... Этот бибуп, это лицо босса. Кстати, да. Очень похоже. Очень но похоже. У него нет рук. Ну, это значит первого уровня. Бибуп. Дайте маме. Я вот здесь сфоткаю его как-то. Уберитесь отсюда, уберитесь быстрее, надо фоткать. Быстрей! Уберись отсюда, Нубик! Нубик! Да, Нубик, уходи! Я здесь буду только. Все! Наконец-то. Не, еще вот так надо. Все, наконец-то. Посмотрим. Да, самое лучшее. Еще орда этих бездомных голов летучих. Вот это кадр. Вот он. Все готово. Видео готово, можно сказать. Мамма мия. Убейте этого бомжа, вы тупые... Эти... Они не достают до нее. Эй! А где этот? Нубик, ты чё удалил их? Офигеть ты офигевший! Я же сфоткал уже. Всё. Это его не убили. Когда сфоткал, его не убили. Ну, я его и так успел сфоткать. И чё с ним? Он просто стоит и ходит. Как красиво, блин, ходит. Вообще красава. Ох, какой. О, 50 монет. Ой, 50 конфет. Ну ладно, мы проверим. Что мне выпадет с ящика, в котором есть крутой байт? Выпадет ли мне байт, который из него призрак выходит? Мне он нравится. Надеюсь, выпадет. А еще надо было купить Стеллу. Сейчас куплю и покажу вам кодик. Кодик. Новенький кодик. Так. О! А, это мумия Фрэнк. Мумия Фрэнк.
Мне дали мумию Фрэнка. Блин, что у меня не загружается? Хочу посмотреть. Покажите мне его. Ну? Ну, игра быстрее. Быстрее игра. О боже мой, это какая-то странная вещь. Ладненько. Самое главное могу открыть. Не хватает 10. До 1. Фигня. Так. Это же тот, да? Ага, не видно. Красота-то какая. Ну ладно. В чате ничего не показывается. Красота. О, вампир. Ну, это еще радует, наверное. И Стеллу. Надо Стеллу посмотреть. Это аксолотлик. Он рисует арты какие-то, я не знаю. 8 жизней. Я не знаю, как это работает. Но она смахивает на горничную в последнем уровне как-то. Это очень странно. Эй, какой милый у меня. Хи? Да, Серега? И какая милая она. Ага. Он, я могу какой-нибудь скин юзнуть? Фигня, фигня, фигня. О, бекончик. У меня бекончик теперь. Я могу его юзнуть? О, да. У меня теперь бекончик. О, бекон. У меня бекон Стелла, ладно. Вот так вот мы прошли медиум втроем на новой карте. Ну, с вами был Робот Инкинг и мои подписчики. Не забывайте заходить в мой Дискорд. Там иногда розыгрыши проводятся. И всякие плюшки, типа. Вот вам новый кодик, который вышел 30 секунд назад, потому что я всегда узнаю все первым. Кроме обновлений, потому что я их не могу заснять. Ну, всем пока!